Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space Extraction, то есть извлечение. Сегодня мы пройдем главу вторую. Я решил, что раз игра так неплохо разбита на главы, то в принципе и будем проходить по главе за день. Тем более, что они проходят в среднем за 30-40 минут. Ну и собственно, давайте продолжать первой серии. Как вы помните, мы играли за Сэма, который сошел с ума и перебил всех людей вокруг себя, им казалось, что они сумасшедшие. Но в итоге оказалось, что сумасшедший был только он. Обелиск ему что-то нашептал не то. Теперь мы будем играть, собственно, за нашего главного персонажа, насколько я понимаю. Главу охраны этой колонии. Как вы могли заметить по первой части, с переводом у меня туговато. Ну ничего. Так, ладно. Сэм Колдуэлл. Нейтан Макнил. Черт. Контакт Эриксен. Детектив Нейтан Макнил. Да будь я проклят. Гейб Уиллер. Когда я просил помощи с Ишимуры, я не понимал, что они тебя пошлют. 6 месяцев как перевелся. Давно не виделись. Рад тебя видеть. Здесь тяжеловато. Ты бы мне пригодился. Гейб, у нас тут что только не происходит. Убийство, нападение. 16 умерших уже. Wasn't it you who pulled me out of a three-way firefight on Scorpio 6 and then went back into Plant Limpets? And now some crazy miners have got you losing. У них, похоже, богатое прошлое, потому что они вместе воевали. Все не так просто. Что у тебя за задание? Baines, Hutchins. Hey, you two, rookie. We need to get to the morgue. Нам нужно в морг попасть. Сможешь нам направление указать? Я отведу вас. Что тебе нужно от морга? Тела самоубийц с площади Союза нужно изучить. Представишь своей команде? Бэйнс и Хатчес. Мой лучший детектив. Карклинс, ученик. Jeez. Don't let him fill your head with his macho tales, son. Baines, Hutchins, go prep the shuttle and wait. Приготовьте шаттл и ждите нас. Yes, хорошо. All right. Follow me. Так, ладно, за мной. Прошлое их связывает, похоже, с этим Уэйлером. Они вместе воевали. И очень хорошие друзья, судя по всему. Блин, ну давай, берись. Ай, не тряси камеру. Так, это полицейский участок, я так понимаю, да? Меня кто-то спрашивал, можно ли ходить в этой игре? Нет, нельзя. Здесь вы чисто двигаетесь, как на рельсах. Единственное, что от вас требуется, это постреливать время от времени. На станции пока что все хорошо, как видите. Так и ученик, да? Наверное, поэтому ты с такой работой и работаешь. Подкалывают друг друга. Ну, все стандартно. Маккейб Макнилу. Эй, ты там? Здесь. Что происходит? Беспорядки. Я сейчас занят. Хиггинс этим займется. Хорошо. Конец связи. Я же тебе говорю, что здесь все с ума сходит. Да, похоже, на станции не все в порядке. Беспорядки имеют место быть. Ты уверен, что это морг, тот, который нам нужен? У нас только один. Я вчера здесь был. Тут полно было народу. А уже нет. Капитан, не понравится. Ring any bells, McNeil? That's the crazy son of a bitch who led the mass suicide. Hold on, I'll pull him up. Они говорили о Сэме, о том, кто поубивал тут всех. Нашли его документы. He's on file, but there's no record of a transfer. Записи о переводе нет. Где-то здесь должен быть. Эй, ты что здесь делаешь? Убирайтесь. Док, ты в порядке? Черт.
Он с ума сошел. Ой, трясем. Началось колхозе утро. Ой, блин. Это же не плазма-катер. Так, я не успел прочитать, я, блин, вспоминал управление. О, пошло-поехало. Что происходит? Это нормально? Не очень. Подожди, я зажгу фонарик. Ну, то есть химсвет. Лифт вырубило. Ни света, ни лифтов. Тел нет. И колония полная безумных людей. Сэр, что происходит? Соберись, рядовой. Уэллер Ишимура, прием Ишимура. Черт. Можем через медицинский отсек подняться. Ой-ой-ой, давай быстрее. Спокойно. Ой, блин, как тяжело, когда без плазмы катера. Этот взгляд в его глазах, что у того парня был. Там был просто инженер, но что-то в нем... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай-давай, а чё свет-то вырубился? Не понимаю. То же самое, что происходило по всей колонии. Похоже, распространяется. Блин, не повернется уже туда. Я там заметил приколюху. Что происходит там? Еще один беспорядок. Оно зовет нас к смерти и к тому, что за ней. Что ты сказал? А, простите, ничего, сэр. Это единственный проход. Готовь ко всему, Карпинг. Мне не нравится это оружие. Заткнись, я пытаюсь думать. Что здесь происходит? Отошел отсюда, не твое дело. Скажи, в чем проблема? Ты не хочешь никому повредить, верно? Нет. Ты пытаешься меня обмануть. У меня голова горит. Я одного из докторов позову. Просто иди ко мне. Спокойно. Так лучше. Спокойно. Убирайтесь из моей головы. Блин. Я предупреждал. Господи. Уэллер, иди в писек. Я тут с людьми разберусь, а вы идите вперед. С тобой остаться? Нет. Пойдем, рядовой. Увидимся в офисе, Макнел. Черт. Ну не вы. Все назад. Черт. Нужно предупредить их. Так, доклад о ситуации. Сержант Сизл, 12-й участок. Получил информацию о беспорядках на площади Союза. Штаб доложил несколько, блин. Короче, всякая херня происходит. Кому нужно, кто знает английский, прочитайте, я донизу промотаю. Ну, в принципе, понятно все, что происходит, потому что, блин, это очень сложно переводить и очень рвется повествование, в общем. А может, я наложу русский текст, если успею. Сейчас очень сильно сбивает. Так, ладно, аккуратно. Если кто-нибудь там, выходи. Покажись. Зря ты это сказал. Так, улучшение пистолета. Я предупреждаю.
Фу. Что-то все хуже и хуже. Не подходи. Да, блин. О, тоже поехала крыша, похоже. Ой, ёлки. Офигеть. Вот это кошмар. Офигеть. Ой, блин, так. Так, доклад ученых по той же методе. Знаете, как я буду делать? Я буду вот этот вот текст, я его переведу, он будет тут поверх, но тоже ненадолгое время. Просто кому интересно, будете читать, на паузу ставить, хорошо? Ой, куда пошла? Это натуральный зомби-апокалипсис какой-то. Некроморф не видать. Так, ладно, вроде неплохо получается. Чё-то народ вообще весь с ума посходил, похоже. Так вот как оно начиналось, да? То есть люди прежде всего с ума сходили, а потом уже начинали трансформироваться во что-то эдакое. Сколько же вас, ёлки-палки. Ой, что это там такое? Ну я знаю, что это там такое. Капец. Господи, вся колония превратилась в ад. Да, ой, блин. Ой-ой-ой-ой. Макнил, валим отсюда, валим. Не останавливается. Я забыл про стазис. Ай-яй-яй-яй. Да, блин, как же это непросто-то все, а? Успокойся. Ёлки-палки. Напоминает начало второго Dead Space, да? Только вышло до него еще. Да что ты делаешь-то, блин? Ёлки-палки, валим. Спокойно, полиция. Ой, блин. Так, аккуратно. Так, все, направляемся в полицейский участок. Макнил, сюда. Так, наши вроде в порядке. Я рад тебя видеть. Так было, когда ты приехал? Нам пришлось просто прорываться. Похоже, твой рядовой с ума сходит. Оружие не надо у него забрать. Если он съедет, я с ним разберусь. Ага, как же. Разберешься ты с ним. Руки все, похоже. Рядовой. Салага. Давай, Уиллер, вставай. Спасибо за помощь, Уиллер. Твой салага потерял разум и попытался убить меня.
Эти ребята откуда взялись? Все, давай внутрь. Забаррикадируемся там. По мне так хорошая идея. Открывай. Не могу закрыть. Так, я сам закрою. Я знал, что это потребуется сделать. Я это предвидел. А, вон еще. Они тут не прорвутся. Пойдем в твой офис и позвоним Ишимуру. Посмотрим, если нам дадут ответы. Да хватай! Хватай! Ух, успел. Наверху тоже какие-то звуки. Возможно, тоже кто-то сюда попал. Кто бы тут не был, это уже наша проблема. Пойдем. Внутри, короче говоря, тоже посторонние звуки. Так, теперь у меня 5 патронов. Это Джонс. Всем офицерам PSEC. Выстрелы в тела не роняют их. Стрелять им. А что, расчленять их, короче говоря. А о чем он говорил? Что это за штуки? Он вроде не про колонистов говорил. Ладно, говорит, сейчас выясним. Фух, кто-то уже, похоже, с некроморфами там встретился. Расчленять попросил. На общем канале передал. Так, это оттуда. Ой. Отлично. Вот и первый. Господи. Так чужие существуют, и они пытаются нас убить. Круто. Так, офис. Я слышу, там девочка плачет. Да, блин, между ног. Как можно между ног попасть? Ох, ладно. Хорошо. На, блин, еще. Вдох, нет. Вдох. Конечно, сказывается то, что игра разрабатывалась для Wii изначально, для приставки отстала технически, поэтому вот эти вот всякие вот издержки такие в виде корявой анимации присутствуют и пропадающих тел. Ну ничего, нормально. Алексин, спасибо за помощь. Ты кто такая? Спокойнее, Уэллер. Она не из полиции. Я Макнил. Тебя как зовут? Алексин. Алексин Мёрдок. Ну, Алексин, ты везучая. Везучая? Мой парень был убит на прошлой неделе. Отец пропал. И теперь это? Подожди секунду. Я тебя узнаю. Ты Сэм Колдвеллс эмерженси контакт. Ты же девушка Сэма Колдвелла. Да, он был моим парнем. Слушай, мне жаль, что произошло. Что ты здесь делаешь? Мой отец пропал. В тот же момент пропал, как все эти юнитологи с суицидом. Жизнь покончили самоубийством. Потом появились эти штуки и начали всех убивать. Что произошло? Я не уверен. Но это явно ничего хорошего. Ишимура. Колония под атакой неизвестных врагов. Прием. Связь вырубилась, похоже, вместе со всей электрикой. Мы сами по себе. Подождите, вы с корабля?
Да, специальная охранная служба. Почему бы нам туда не пойти? У вас должен быть шаттл, верно? Она права. Бейтс и Хатчинс ждут нас. Пойдем, Макнил. Подожди. А что насчет меня-то? Иди домой, закройся и сиди тихо. Домой? С ума сошел? Я всех потеряла. Прости, дорогиша. Не можешь с нами пойти. We can't handle another missing person's case. У нас так много проблем, не можем еще одного пропавшего без вести. Ты должна пойти с нами. Правильно, сержант? Она твоя ответственность. Отлично, пойдем. Ой, блин, там приколюха лежала, а я ее не взял. Короче, уговорил вам взять Ликси. Ты тоже с корабля? Нет. Я детектив полиции, Нейт Макнил. Спасибо, Нейт Макнил. Делаю свою работу. Почему светилку нельзя сделать? Так темно тут, да? Это что? А если я в нее не выстрелил? А, понятно, это как... Куча всего хорошего. Вот, штурмовая винтовка. Отлично. Так, отклонить, конечно же, да? Ну, штурмовая винтовка — это мое любимое оружие в Dead Space. Так. Патроны для пистолета, для винтовки что-то вообще маловато. С винтовкой поувереннее, конечно. Что-то там затихло все. Так. А, понял. Обратно все снимаем. Ну, пойдем. Тут вообще уже все трупы одни. Это главная площадь, я так понимаю, колонии. Господи. Они не могли это друг с другом сделать. Думали, что внутри писека они будут в безопасности. Они пытались нас убить, помни об этом. Тихо здесь внезапно. У меня ощущение, что за нами смотрят. Наверное, потому что это и правда так. Осторожно. Слышу, слышу. Макнил, ты видишь? О, это же этот. Что он делает? Он делает это самое. Блин, засекло. Так, короче говоря, надо расчленять их. Так, ладно. Господи. Они не чужие. Это люди. Были людьми. Чтобы они не были, теперь это уже не люди. Давай просто к шаттлу доберемся. Площадь миссии, или Mission Square, как переводится. What do you make of that? Somebody was trying to keep the bad guys out. Это у нас какие-то похожи. Incoming! Так. Идите, я их держу. Баррикады. Кто-то баррикадировался. Че, винтовка слабая какая-то вообще. Ой-ой-ой. Давай, давай, блин, давай. Ой, как с ними сложно-то, оказывается.
Падай, падай, падай. Ой, блин, что-то вас слишком много. Макнил, вали отсюда. Блин, надо экономить патроны. Давай, 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 давай. Ох, еще бы целиться было попроще. Фу, блин, давайте отваливаем отсюда, ребят. Так, все, я, говорит, вижу, проходим. Давай, 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 давай. Осторожно. Макнил, быстрее, сейчас все рухнет. Фу, успел. По крайней мере, баррикаду по новой не придется воздвигать. Нам туда. Нужно двигаться. Я помню эту зону. Там шаттл, верно? Хорошо. Бейнс Хатчинс, ситуацию мне доложите. Мы в шаттле ждем. Здесь хаос кругом. Несколько носов пришлось сломать. Все ищут путь отсюда. Смотри, один улетает. Подожди, что-то не так. Она упадет, ложись. Ё-моё, не ушел. Фу, так. О нет, посмотри на них. Все эти люди мертвы. Все шаттлы уничтожены. Там Бейнс и Хатчинс были. Черт побери это место. Ай, 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 хватай. Спел. Так, у меня плазмокатор откуда-то, что ли? А, пока нет его, понял. Везунчик, как тебя зовут? Уоррен. Уоррен Эркхарт. Уоррен Эркхарт. Директор операций по раскопкам. Говорун. И ты живой еще после этого, везунчик. Шаттл. Они все погибли. Мы здесь застряли. Не обязательно. Есть еще шаттл в секторе Б. Ты уверен? Да. Я на нем вчера прилетел с Ишимуры. Ты с корабля? Там ты что сделал? Не твое дело. Да кого это волнует? Просто давайте найдем корабль. А мы знаем, что эти штуки по всей колонии. Хочешь через них пробиваться? Нам не придется. Через вентиляцию можно пробраться. Так как мы пойдем в эту мега-вентиляцию? Есть оборудование. А, есть лифт, через него пойдем. Макнил, расчисти. И каким макаром? О, поперли, поперли. Блин, как с вами сложно. Да, тихо, тихо, братья, не осторожно. Да они не хотят дохнуть вообще никак. Давай, 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 давай. Давай. Фу. Пойдем, забирайтесь. С удовольствием. Что не так? Почему остановился? Электричества нет. Что-то со связью. Я починю. Починю? Я... Ай, давай, я должен это починить? Ох, меня сейчас просто убьют. Давай, поехали, поехали. Так, все, иди вниз.
Фу, какой кошмар. Так, получилось 105. Пишешь как-нибудь мою вообще статистику? Блин, ты посмотри, аккуратность 57%, это для меня удивительно. Ну что, это, по-моему, было очень круто. Надеюсь, вам понравилось. В следующей серии мы пойдем, похоже, в эти вентиляции и через них пытаемся добраться до шаттла. Когда этот Рейнхард говорил Веллеру, что это не его дело, он сказал, это дело CSC, это какая-то местная служба. Я это не перевел тогда, но вот сейчас точнее. Так что вот, такие дела. Увидимся в следующей серии. В следующей, я думаю, мы будем еще на колонии, но, насколько я знаю, основная часть игры проходит на Ишимуре и показывает, что творилось там. Но, короче говоря, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.